Нет сомнения в том, что протесты, митинги и демонстрации являются злом. Тому, как они приводят к беспорядкам и анархии, как со стороны митингующих, так и со стороны тех, кто им противостоит. И, возможно, происходят акты агрессии, будь то в отношении чести, или же имущества, или же физические нападения на людей. Потому что люди во время этого беспорядочного хаоса, человек может становиться подобно пьяному. Он не знает, не осознает, что он говорит и что он делает. Все протесты являются злом. Санкционировал их правитель или же нет. И дозволение некоторыми правителями этих демонстраций – ничто иное, как пропаганда. А если же обратиться к тому, что в его сердце, в душе, то он испытывает к этому наисильнейшую неприязнь. Однако он показывает себя внешне, что как будто бы он, как это называется, демократ. Будто бы он предоставил людям свободы. Это не является путем праведных предшественников.